по полям синий трактор едет к нам. Мы с Денисом приехали на водоем, сейчас собираем снасти. Я вот только не знаю, здесь можно рыбачить или нет. Может, это батюшка запретит? Я не знаю, разрешит батюшка нам или нет сегодня порыбачить. Ну, посмотрим. Там, говорит, окуни по 200, по 300 грамм. Угу. Ну, вот такие вот сороги сегодня у меня на мормышинг, на мушки от Данилыча попадаются. Довольно-таки крупные. Ну, посмотрите, какая красавица попалась сегодня на вот такую вот мушечку. Отлично просто вообще. Крупная сорожина. Больше 150 грамм. По весу широкая. Сейчас отпускать буду. Кому интересно, вот такие сегодня приманки работают. Голография. Латунная головка, легкая, джиговый крючок и хвостик из марабу. За счет того, что огрузка небольшая, мушка быстро не тонет, идет в пелагическом слое, в поверхностном так называемом, как раз где сорога идет. Я увидел, где расходятся круги, подошел к этому месту и начал пробрасывать легкой парящей мушкой. Под кит и на длительной паузе, парение так называемое, чувствую, леска остановилась, подсекаю, сидит. Отлично. Речка под названием Хайта. Черемуха здесь растет. Вот очередной заброс. И на мушечку вот такой карась. Здорово. Носорожки клюют красивенькие. Морма мушки от Данилыча. Снимаем и отпускаем рыбку. Вот так вот. Сорога. Неплохие. Почти каждый заброс рыбка. Ой, все. Пошли домой. Пошли домой. Давай, 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 давай. Аккуратненько тебе. Убежала.